Всем привет. Андрей Овчаров прислал мне очень интересный вопрос, что вот сборка у него Linux Mint X-Phase 17.2, что в ней, значит, не очень корректно работает Cherry 3 версия 0.32. И вот также, значит, что она не желает там активизировать кнопки меню, но это он там сложный там делал такие построения. А вот меня заинтересовала вот такая вот фраза. Значит, ну, новая версия Cherry 3.0.35 уже пишет, работает нормально. Вот, обратил внимание, не знаю почему, так происходит, но резервная копия Linux Mint 17.2 X-Phase почему-то через System Bug записывается с ошибкой. То есть она создает образ, но когда он пробует запускать этот образ через VirtualBox, система дальше ярлычка операционки идти не хочет. Вот это вот. Ну и проверим, все ли у нас в порядке с программой SystemBug. А вот здесь вот она нашла следующее. Поэтому мы вот так вот все это дело копируем. Вставляем. Пароль вводим. Ну вот программа доустановила необходимые пакеты для программы SystemBug. И теперь возьмем SystemBug. Зайдем вот сюда. Я этот старый образ просто-напросто удалю. И создадим новый 1440. Обновили Cherry 3 до последней версии. Ну вот, посмотрите-ка вот сюда. А здесь предлагает виртуальную коробочку, и не бесплатную, версии 5. Вот, может быть, в этом и заключалась незадача, что на виртуальной коробочке все это дело в X-Phase не прокручивалось. Ну, попробуем установить эти обновления. Итак, систему мы обновили. Теперь проверим. Значит, вот виртуальная коробочка. Посмотрим, какой она стала версия. Ну вот. Версия 5.0. Что и требовалось доказать. Значит, хорошо. Теперь, значит, что мы сделаем? Создадим при помощи программы SystemBug живой образ и посмотрим, будет ли он работать. Нажимаем создать. Ну и немного подождем. Итак, программа создала образ за 10 минут. Ну что, посмотрим. Попробуем этот образ подключить к виртуальной машине. Здесь в качестве носителя. Мы этот образ укажем. Вот, 17 августа, дата создания. Образ большой, 2.9. И запустим. Нажмем Enter.
Ну, как видно, образ встал нормально, загружается. А если он загружается, значит, его уже можно действительно записывать и на флешку, и сохранять на других разделах жесткого диска, или на другом компьютере, или на внешнем жестком диске, или на облаке. Вот таким вот образом. Значит, что для этого потребовалось? Для этого потребовалось полностью переустановить виртуальную коробочку. И плюс я там еще заводил по систембаку тоже дополнительные обновления. Сейчас покажу. Значит, я брал файлик с систембаком. И по систембаку вот я заводил вот эту команду в терминал, и она мне выкинула там доустановить несколько пакетов. Я их доустановил, поэтому сейчас она выдаст сообщение, что вроде бы как по идее должно быть все нормально. Ну, посмотрим. Да, пишет, что нет потерянных там каких-нибудь пакетов, все нормально, доустанавливать ничего не нужно. А в первом варианте там было несколько пакетов, которые я доустановил. Значит, какой делаем вывод? Что значит в Linux X-Face недостаточно просто вот здесь вот через саму программу, значит, сделать там обновление, а все это дело делается только через менеджер обновлений, вот через этот. Вот мне еще тут выкинул Firefox, желает обновить, но обновим. И вот через менеджер обновлений обновляйтесь до версии 5.0, и тогда, как говорится, будет вам счастье, и систембаг будет работать, и образ будет сохраняться, и будет записываться на флеш.